Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня я провожу очень интересный ритуал. Ритуал направлен на то, чтобы вернуть мужа в семью, вернуть отца детям, вернуть сына матери, а друзьям надежного, преданного друга. При помощи этого ритуала мы будем снимать с человека приворот, половую привязку и присушку. Три воздействия, при помощи которых человека увели из семьи, отвернули от родителей, от друзей.